Я всех приветствую. Зовут меня Ирина. Я участвую в сообществе Wise Deposit уже третий год. И я уже давным-давно на пассивном доходе. Часть денег я отправляю на вывод и часть отправляю на реинвест. И постепенно увеличиваю свои выплаты. Так вот, сообщество объявило новогодний промоушен. Вы можете увеличить свои доходы в несколько раз. Итак, смотрим подробнее. Итак, смотрим. Вот здесь висит баннер в вашем личном кабинете. Смотрим подробнее. Кэшбэк от 10 до 22%. Конкурс партнерам, бонусное вознаграждение до 3 иксов. Уже конкурсы видеопоздравлений не актуально. Смотрим условия. Период вот как раз по 23 января. Осталось всего несколько дней, всего 4 дня включительно. Кроме конкурса видеопоздравлений, условия ниже. Принять участие в промоушене могут все участники сообщества. Выберите условия для участия в новогоднем промоушене согласно категории. Новым участникам, активным участникам новогодний розыгрыш призов или до 800 ТЭТ на баланс, конкурс партнеров и новогодний конкурс видеопоздравлений. Ну, это уже не актуально. Почитаем новым участникам. Новый участник – это участник, который до старта новогоднего промоушена не пополнял баланс и не создавал депозита в своем личном кабинете. Дата регистрации в проекте не имеет значения. Первое. Пополнить баланс личного кабинета от 50 ТЭТ и более новыми деньгами. Новые деньги – это деньги, которые введены в систему, минус те деньги, что были выведены, и те, что были получены как выплаты по депозитам. Второе. Создать депозит или депозиты новыми деньгами от 50 ТЭТ и более. Вы можете создать один или несколько депозитов за период новогоднего промоушена. Важно, чтобы общая сумма взносов по депозитам была от 50 ТЭТ и более новыми деньгами. Можно использовать промокоды для увеличения доходности по создаваемым депозитам. Новогодний кэшбэк 10% на счет предоплаты. В течение недели после завершения промоушена с 24 января всем участникам будет начислен возврат средств на счет предоплата, равный 10% от суммы взносов на депозиты новыми деньгами за период проведения промоушена. Например, за период промоушена вы создали депозит на общую сумму взноса новыми деньгами 300 ТЭТ. Размер кэшбэка в ТЭТе составит 300 умножить на 10, ну, разделить на 100 умножить на 10, получается 30 ТЭТ. Обратите внимание, взносы, сделанные на бонусные средства за участие в акциях, конкурсах, бонусы за отзывы, полученное партнерское вознаграждение, сумма бонусов по промокоду при расчете кэшбэка учитываться не будут. Билет на розыгрыш за каждые 50 ТЭТ на депозит новыми деньгами равен одному билету на новогодний розыгрыш 24 января. Например, вы новый участник, который создал депозиты новыми деньгами на общую сумму 500 ТЭТ. Ваше количество билетов при этом на новогодний розыгрыш составит 10 билетов. Активным участникам. Активный участник – это участник, который до старта новогоднего промоушена уже пополнял баланс и создавал депозиты в своем личном кабинете. Первое. Сделайте дополнительный взнос в проект на сумму от 50 ТЭТ. Дополнительный взнос – это сумма ваших взносов свыше рекомендованного своевременного взноса в адаптационный период для кармы 100% и более. Например, размер вашего рекомендованного СВ в текущем периоде 1000 ТЭТ. Вы создали депозитов на общую сумму 1100 ТЭТ. Дополнительный взнос будет учитываться по формуле. Будет считаться по формуле общая сумма взноса за период, рекомендованный своевременный взнос 1100 минус 1000, получается 100 ТЭТ. Второе. Новогодний кэшбэк 22% на счет предоплата. В течение недели после завершения промоушена всем участникам будет сделан возврат средств на счет предоплата, равный 22% от суммы дополнительных взносов на депозиты за период проведения новогоднего промоушена. Например, за период промоушена вы сделали дополнительных взносов на сумму 100 ТЭТ, размер кэшбэка составит 22 ТЭТ. Если дополнительный взнос будет менее 50 ТЭТ, новогодний кэшбэк начислен не будет.
При начислении денежных бонусов учитываются только взносы без промокода. Но использование промокода предоставляет вам более высокую доходность по программам плюс гарантированный денежный бонус. Третье. Билет на розыгрыш. За каждые 50 тет дополнительного взноса на депозиты один билет на новогодний розыгрыш. Новогодний розыгрыш призов или до 800 тет на баланс. Призы. Ноутбук 1, эквивалент в тетах 800 тет. Смартфон 1, эквивалент в тете 600 тет. Беспроводные наушники 3, эквивалент в тете 100. Условия присвоения билетов на новогодний розыгрыш ищите в условиях промоушена выше, согласно своей категории. Новый вы участник или активный участник. Розыгрыш состоится 24 января 2022 года. Запись розыгрыша будет выложена администрацией на официальном YouTube-канале. Во время проведения новогоднего промоушена еженедельно по понедельникам в 12 часов по Москве будет обновляться таблица потенциальных победителей новогоднего розыгрыша с количеством билетов на розыгрыш по каждому участнику промоушена. Для определения победителей розыгрыша администрации сообщества будет внесен список псевдонимов участников из таблицы «Потенциальные победители новогоднего розыгрыша», после чего сервис рандомно покажет случайный псевдоним участника, который станет одним из 5 победителей розыгрыша. Победа в категориях. Каждый участник может выиграть в розыгрыше максимум один раз. Получение приза или начисление денежного эквивалента на баланс личного кабинета будет в течение 7 дней с момента проведения розыгрыша. У самых активных партнеров мы порадуем двумя бонусными номинациями в конкурсе партнеров. Принять участие могут все участники, кроме профессиональных блогеров, которые имеют свои популярные блоги или YouTube-каналы. Ограничение по участию в конкурсе распространяется только на профессиональных блогеров и ютуберов, которые очень популярны и на сегодняшний день имеют количество читателей и подписчиков более 1000 человек. Вам нужно подать заявку по форме, пригласить или активировать своих приглашенных на самую большую сумму общих взносов в сравнении с другими партнерами данной номинации. В рейтинге партнеров суммируются взносы по участникам, которые были зарегистрированы по вашей реферальной ссылке «Первая линия» и активированы в период проведения акции. Активный приглашенный участник, дата регистрации в проекте не имеет значения и сумма вложения новыми деньгами за период акции от 20 тет. Получи бонусное вознаграждение. Гарантированный бонус 10 тет на счет предоплата. Всем, кто пригласит в первую линию суммой взноса новыми деньгами от 20 тет. Номинация 2. Наибольшее количество активных приглашенных участников за период акции. Подай заявку по форме. Пригласи или активируй наибольшее количество активных приглашенных. В рейтинге учитываются приглашенные вами участники первой линии, которые были зарегистрированы по вашей ссылке, активированы в период проведения акции. Активный приглашенный участник, дата регистрации в проекте не имеет значения, сумма вложения новыми деньгами в период акции от 20 тет. Получи бонусное вознаграждение. Здесь показан пример. Если у вас остались вопросы, вы можете написать их в обратную связь. И времени осталось мало, всего 4 дня. Сообщество Wise Deposit зарекомендовало себя как надежный инвестиционный проект, который работает уже не первый год. Я в сообществе уже третий год. Если тебя еще нет в этом сообществе, скорее регистрируйся по моей партнерской ссылочке, которая будет под этим видео, и начни уже строить пассивный доход. Если тебе нужен расчет, ты можешь обратиться в службу поддержки в твоем личном кабинете, и тебе сделают расчет. Всем до скорых встреч. Пока-пока.